Дом 2 новости. Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта. Сергей Сичкарь переписывается со своей бывшей девушкой Сашей Скородумовой. И некоторые участники подозревают, что он ее до сих пор любит. Виктор Литвинов и Татьяна Мусульбес отправились в отпуск. Таня написала: «Довольная капец. Надеюсь, этот отпуск будет длиться вечность, и мы сделаем все нужные документы». Шокирующая новость от Сергея Кучерова. Он вернется на Дом 2, чтобы построить любовь с Ольгой Рапунцель. Юлия Ефременкова была неприятно удивлена, узнав, что Сергей собирается на Дом 2. Девушка разочарована в бывшем парне, ведь прошло совсем мало времени с тех пор, как они расстались. В сети появились слухи о том, что Оксану Ряску отправили на остров любви к Давиду Анташвили. Иосиф Оганесян гадает, что происходит в их отношениях с Черно – тупик или конец. А Саша Черно уже определилась и считает их дном. Ольга Бузова приглашает всех желающих на открытие своего ресторана в Москве 10 июня, улица Цветной, бульвар, дом 2, и обещает в этот день всех посетителей кормить совершенно бесплатно. Катя Зиновьева вернулась в Москву и перекрасилась из блондинки в брюнетку. Лера Фрост откровенно рассказала о расставании с Захаром Соленко. Главные причины – пристрастие парня к алкоголю и рукоприкладство. Лиза Триандафилиди обратилась к дочери через соцсети и попросила девочку не верить в то, что ей будут рассказывать о матери. Общаться с ребенком она теперь не может, потому что Владе сменили номер телефона. Редакторы журнала «Дом-2» обратились за помощью к поклонникам проекта. Дима Дмитренко и Ольга Рапунцель скоро возвращаются на поляну. И сейчас для них готовят уютное семейное гнездышко. Вот только дизайн комнаты не могут выбрать. На выбор представлено 15 вариантов. Интересная новость сайта Шлок. Еще недавно в прямых эфирах Илья Ебаров сидел на лестничной клетке в подъезде, где снимал комнатушку, курил и жаловался подписчикам на слишком дорогую жизнь в столице. У него не было работы и не всегда было что поесть, но Ебаров не сдался. Он вернулся на Дом 2 и вспомнил, что все не так плохо в этой жизни. Теперь у домовского шансонье все прекрасно. Его девушка Алена, если верить слухам, ждет ребенка. Дело идет к свадьбе, а в скором времени Ебаров еще и столичной недвижимостью обзаведется. Илья ездил в отпуск в Саратов, где у него неожиданно нашлась двухкомнатная квартира. Он ее быстренько переоформил на маму, чтобы она смогла заняться продажей жилья. На вырученные деньги Ебаров хочет построить дом в Москве или купить однокомнатную квартиру. Правда, немного денег надо поднакопить, но главное, что есть цель и возможности. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Елена Хромина отправилась в отпуск, однако стало известно, что первым делом в родном Липецке Лена пошла в больницу, которая специализируется на лечении нервных заболеваний. По информации, девушке ставили капельницу, чтобы восстановить ее эмоционально подорванное здоровье. Хромина чувствовала себя очень разбито и подавлено. К слову, это заметила даже ее мама, которая настаивает на длительной реабилитации дочери вне стен проекта. Вероятно, что накопившиеся проблемы и подорвали здоровье девушки. Сама Лена написала: «В отделении говорят, что скоро стану обычным человеком. Удивительно, но к такому я никогда не стремилась. Принимайте себя такими, какие вы есть. Но есть проблемы, с которыми нужно бороться. Это последствия сотрясения, постоянные головные боли, нарушение сна и усталость. Даже самым вредным людям нужен эмоциональный отдых. Спасибо большое всем за поддержку. Каждый раз приходит очень много сообщений. Не переживайте, все отлично». Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро.